Всем привет! Сегодня приготовим вот такое фантастическое блюдо из баклажанов. Очень ароматное, вкусное и по-летнему нарядное. Друзья мои, все готовится очень просто. Обязательно приготовьте и порадуйте своих и близких. А я сейчас все подробно расскажу. Первым делом нарезаем баклажаны ломтиками, толщиной примерно 4 мм. Добавляем к баклажанам пару столовых ложек соли, перемешиваем и оставляем минут на 20. Так баклажаны станут эластичными. А мы пока займемся фаршем. 400 граммов фарша понадобится у меня куриный. Сюда же одну луковицу, натертую на крупной терке. 2 столовые ложки петрушки измельченной. Можно взять любую другую зелень. Кира подтверждает. Сюда же чеснок пропущенный через пресс у меня парочка. Черный перец. Свежемолотый. И все хорошо вымешиваем. Баклажаны я промыла от лишней соли и даже обсушила салфеткой. Сейчас наносим на каждый ломтик фарш. Кладем кусочек помидора, сворачиваем и сверху смазываем растительным маслом. Обильно с одной стороны и с другой, чтобы у нас баклажанчики поджарились в духовке. Вот такие кармашки отправляем в духовку и запекаем при температуре 200 градусов минут 30. Можно оставить дальше все как есть, а я еще накрою сверху ломтиком сыра, каждый кусочек, тоненьким ломтиком, и отправлю в духовку буквально на пару минут, чтобы сыр только расплавился. Друзья, мы с вами сегодня приготовили вот такое простое, но очень эффектное блюдо. Красивое и вкусное. Посмотрите, какая красота. Тут тебе и помидорка, и фарш с чесночком, и сыр, и, конечно же, баклажан. Все это очень вкусно и просто. Но готовьтесь собирать комплименты от этого блюда. Я думаю, вашим родным и близким это очень понравится. С вами была я, Валерия. Это проект «Другая кухня». Приходите в гости завтра и обязательно угощайтесь.